Козероги, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер. Вы на моем канале. Для вас снимаю ваш торопрогноз на первую неделю августа. Смотрим и анализируем период с 1 по 7 число. Итак, помогут мне в этом Radiant Wise Spirit Tarot, а также Ленорман бабушкиных открыток. Поэтому вы настраивайтесь, пожалуйста, на просмотр и на получение информации. Мы с вами проанализируем ваш событийный ряд. Итак, позитив недели. Негатив недели и совет от карт. Что у вас здесь по ситуации? Четверка чаш, семерка жезлов, шестерка чаш. Ну, во-первых, это, знаете, как борьба с какой-то меланхолией, с ностальгией, с хандрой. Борьба с воспоминаниями, желанием закрыться от памяти, от того, что вас тяготит в прошлом. У кого-то это отстаивание своей точки зрения в общении с близкими, с вашими окружениями, с вашими родственниками. Ну, потому что, видите, вот здесь тема по четверке жезлов, тема семьи, тема ваших близких. Здесь еще, знаете, у кого-то это борьба с родственниками за что-то. То есть отстаивать, а именно, может быть, право на недвижимость, на вопросы наследства, там, оформление, переоформление чего-либо. Потому что здесь... Ну, кстати, а у кого-то это еще, знаете, как дикая тоска по родине, как следствие желания добиться того, чтобы на родину вернуться. Поэтому может отыграться еще в таком ключе. Если триаду посмотрим с вами и проанализируем с точки зрения личной жизни, давайте посмотрим, какая здесь ситуация, то это, знаете, быть или не быть, вот в чем вопрос. Потому что здесь это как попытки балансировать между настоящим и между прошлым. Могут закрадываться мысли, а не восстановить ли некую связь, или не те отношения, которые, по сути, уже себя исчерпали, либо давно закрыты. Но ситуация, тем не менее, эмоциональна, вас еще пока не будет отпускать. И если вы находитесь в любовных треугольниках, то идет понимание сознания, что вы, наверное, слишком идеализируете вашего нового партнера, поэтому здесь могут быть планы, цели и задачи восстанавливать какие-то прежние отношения, бороться за них и за их реструктуризацию, за их структуру, за их целостность. Если вы находитесь в стабильных связях, то могут быть конфликтные ситуации, связанные с детьми, конфликтные ситуации, связанные из-за питомцев и, в принципе, по поводу нового цикла жизни, особенно если вы пытаетесь где-то себя реализовать на новом месте, на новом поприще, это может вызывать некий диссонанс, потому что здесь сложно адаптироваться эмоционально, и как следствие это будет отражаться на вашем общении, на взаимоотношениях с партнером или партнершей. Если карты посмотрим и проанализируем с точки зрения работы и заработка, а вы, например, на данном этапе не работаете, то здесь будет на попечении ваших близких, ваших родственников, что вас очень сильно будет озадачивать, беспокоить и, конечно же, дестабилизировать эмоционально. Если вы в статусе соискателя, то это может быть хандра по какому-то прошлому месту работы, по прошлой деятельности. Могут вас посещать такие мысли, а не начать ли все сначала, а не вернуться ли в какую-то в прежнюю структуру или компанию, потому что здесь у вас уже достаточно опыта, навыков, знаний, вам есть чем делиться. Плюс вы можете здесь кто-то взвешивать за и против, что у вас остались, допустим, хорошие взаимоотношения с коллегами, либо с прошлым руководством. Поэтому могут быть такие мысли, а не податься ли в эту ипостась, в эту стезю. Если вы у нас являетесь наемным сотрудником, то это конфликтные ситуации, которые уже просто-напросто из вас выпили все соки, поэтому не хочется работать, идти на работу, поэтому постоянно приходится отстаивать свою точку зрения и надевать маски. Игра на публику для всех, быть в хороших, дружественных взаимоотношениях, но тем не менее даваться это, конечно, будет крайне сложно. Если же у вас свой собственный бизнес, то это вопросы развития вашего дела. Но это, знаете, как все новое, хорошо забытое старое. Это попытки реанимировать, допустим, то, чем вы занимались ранее. Либо восстановить какие-то прошлые связи с партнерами, с друзьями, может быть, сотрудниками, с которыми вы работали раньше. Потому что придет осознание, что, допустим, никто лучше их не справлялся с теми либо иными обязанностями. Как следствие, вам нужны будут эксперты такого уровня. И поэтому вы будете, так сказать, бороться, отстаивать перспективы возобновления общения, отношений, сотрудничества с ними. С точки зрения состояния здоровья, акцент на иммунитет, на его укрепление, на борьбу с какими-то вирусными и детскими заболеваниями, будь то ветрянка, будь то ротовирусные инфекции, либо какие-то еще прочие нюансы, а также попытки проследить какой-то свой генетический код. То есть это могут быть походы в генетику и, знаете, как проследить линию наследственных заболеваний. А мы сейчас с вами посмотрим, что здесь в негативе.
Как мы видим, пас жезлов, десятка кубков, королева жезлов. Ну, во-первых, могут идти сложности общения с детьми, с родственниками, какие-то точки непонимания. Могут быть общения с кем-то из, ну, как я говорю, на родине, да, вот если вы остались где-то в других странах, то есть общение на расстоянии, любопытство, что там происходит, но вместе с тем можете, ну как, не то чтобы нарваться, а наткнуться на непонимание, на какую-то зависть по отношению к вам, и как следствие это будет вызывать конфликты и непонимание. Еще конфликтные ситуации, связанные с детьми, потому что амбиций может быть много, опыта мало, и знаете, как они будут гнуть свою линию в решении каких-то вопросов и задач, а вы с высоты своего опыта и прожитых лет иную точку зрения будете высказывать и пытаться, конечно, им навязать. И все это будет вызывать такой вот некий диссонанс в ваших отношениях. Еще, это могут быть вопросы, если вы еще там не в браке, обсуждение перспективы построения семьи, официальных семейных взаимоотношений, но поймете, что ваш партнер или партнерша пока еще не созрели к этому вопросу, и у вас это будет вызывать тоже такую некую обиду. Но в плане совета и рекомендаций, видите, четверка пентаклей, сохранять стабильность во что бы то ни стало. Причем это касается сфер работы, и финансов, и здоровья, и отношений. То есть держитесь за то, что имеете. Сейчас не время разбазариваться ценными ресурсами. Причем это, знаете, по ситуации не только сохранить, но и желание приумножить. Кто-то из вас в рамках этих 7 дней будет чувствовать себя крайне таким вот интровертом, потому что желание закрыться, отгородиться от всего мира, побыть в самодостаточном одиночестве с целью восстановления своих сил, своих ресурсов. Потому что здесь это, вот видите, как желание прислушаться к себе, к тому, что идет из вашего подсознания, вашей интуиции, опираться, знаете, как говорят, на свое чутье в решении каких-либо вопросов. Мы сейчас с вами посмотрим и проанализируем неожиданность периода, что у вас тут проходит. А у вас здесь плетки, у вас здесь рыба, у вас здесь медведь. Ну-ка, вот у нас ключ. А здесь у нас конфликтные ситуации. Конфликтные ситуации могут быть связаны, знаете, как на эмоциональном всплеске. Могут быть конфликты по поводу бюджета, расходов, доходов. Потому что здесь может быть, знаете, как нецелесообразные траты, которые будут вызывать, ну, выяснение взаимоотношений. Потому что это вообще как бы ссоры из-за денег. С супругом, с руководителем, с отцом. То есть, ну, с кем-либо, таким, я говорю, вышестоящим, да. Потому что здесь конфликты из-за того, что кто-то сорит деньгами, либо бросает деньги на ветер, знаете, как необоснованно, либо пыль в глаза, либо, другими словами, понты. Также это могут быть конфликты из-за штрафов, денежных взысканий, особенно если там кто-то просрочил кредит и растут процентные ставки. Поэтому тут напрямую разбирательство по поводу финансовых трат. Ну и как следствие, это, если это кредит, то это с большими процентами, которые еще будут больше выхолащивать ваш кошелек. У многих это может быть еще также идти обращение к представителям каких-то коллекторов с целью выбить какие-то деньги, либо долги, то есть финансовые обязательства, если кто-то у вас занимал деньги. Поэтому акцент также здесь идет на это. И в принципе карты показывают очень такую эмоциональную неделю, потому что здесь эмоции прямо через край, вам сложно будет их контролировать, хотя бы у нас и не представитель водной стихии. Но факт остается фактом. Очень сложно себя сдержать эмоционально. Поэтому здесь это как следствие на эмоциях решать какие-то вопросы. Кстати, еще, если это вопросы каких-то вот теневого бизнеса, теневого дохода, то здесь будут попытки дать взятку должностному лицу, чтобы вам простили какие-то вещи, либо на что-то закрыли глаза. Ну и в целом здесь идут взаимодействия с какими-то спонсорами, инвесторами, обращение, может быть, к банкиру для реструктуризации вашего долга, либо к крупному бизнесмену за какой-то судой, то есть какая-то помощь или поддержка. Поэтому вот такое течение дел, вот такое течение событий. А я вам негатив перекрою позитивом, как всегда, вашим арканом. Сейчас постараемся закрыть. Конечно, это у нас представители знака зодиака Телец, но так как все-таки, как я говорю, прерогатива земной стихии, поэтому закроем вам жрецом. Пусть у вас здесь будет в первую очередь какая-то помощь, поддержка и реализация ваших планов, целей, идей, нового жизненного цикла, чтобы у вас все легко получалось.
Ну а от вас по прошествии времени жду обратной связи. Не забывайте писать, не забывайте оставлять ваши комментарии. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну а для тех, для кого актуальны индивидуальные консультации или же обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты всегда под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас искренне благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч!